Здравствуйте, дорогие друзья. Этот ролик посвящен не моему творчеству. У моего друга, вы его знаете, это Виталий, канал Гасконец. Вчера был очень интересный стрим. И был один разговор, который приковал внимание всех тех подписчиков, кто были онлайн. Разговор очень длинный, 1 час 40 минут. Смотрится на одном дыхании. Я думаю, что многие стримеры, блогеры позавидовали бы Виталию, подумав, почему ему, а не мне попался такой собеседник. Но откровенно скажу, что я не первый месяц наблюдаю за роликами у разных стримеров и блогеров. Но такого я еще не видел, честное слово. Очень рекомендую посмотреть. Очень длинный, почти 2 часа все-таки, но очень информативен этот ролик. И многие, дает, конечно, не на все, но на многие вопросы, которые задают многие люди. Друзья, вам честное слово, просто рекомендую посмотреть. Это стоит того, это стоит вашего времени. Ну, надеюсь, вам понравится. Ссылка на этот ролик будет и закреплена в описании этого видео, и в том числе будет закреплено в первом комментарии. Так что проходите, смотрите. Я думаю, вам понравится то, что произошло вчера, тот разговор, который произошел вчера у Виталия. Это, да, очень интересный разговор. Всего хорошего, до новых встреч. Быть добру. Так, недавно был разговор нашего блогера с админом украинской рулетки. Передайте ребятам, чтобы не ходили в рулетку. Их координаты вычисляют укры и потом бьют по ним. Вот, вот такое вот. Пишут. Все правильно, да. Кстати, да, если там есть у кого возможность, или кто связывается там со своими родными, которые там служат, на самом деле любой выход в эфир, в принципе, любой, если это не зашифрованный какой-то там армейский аппарат, который там. Вот, то есть любой телефон, его можно отследить. Если это просто звонок, если это выход в интернет, то это гораздо легче еще осуществляется. То есть, ну, вот эти пеленгашки, они есть там уже у кого угодно. То есть, если ты вышел там из окопа, там типа, здравствуй, милая, я вот сижу в окопе, и тут ему на башню может мина упасть. Это совершенно реальные случаи. Уже это проходили. Это уже, ну, многократно проходили. Вот, так что предлагаю всем, у кого там есть военнослужащие, кто с ними связывается, пусть они либо находятся в какой-то... Ну, я выхожу в эфир там какой-нибудь, ну, это бывает там в течение 30 секунд у меня связь бывает. То есть все мои родные, там, близкие, знакомые не знают, что если я там выхожу, быстренько мы там обменяемся информацией, там, я все, жив-здоров, как у вас, там все нормально, все хорошо, все дела, все, зашибись, все, давайте, пока-пока. Все, вот этого достаточно. Обозначился. Вот, и все. И там, блин, лучше хренам оттуда отойти, куда-нибудь там на какое-то расстояние, потому что это пеленгует выход в эфир, в интернет. Это, блин, ну, пеленгуется вообще просто на ура. То есть там стоит такой, ну, как он, забыл. Но я не связист просто, простите. Что, вот, что нет разницы, смартфон, кнопочный телефон, да, симка российская, украинская. Пофиг вообще, да. просто радиосигнал прошел определенной частоты. Он что со смартфона выходит, что с кнопочного, неважно. Угу. Вот, он пеленгуется. Ну, вообще говно вопрос.
На всякий случай туда может прилететь что-то. Он может мимо попасть, а может кому-то повезет. А кому-то но не повезет. Помнится, вот на Новый год, да, вот этот в казарму прилетело. Да, это было такое. Это причем как раз был, показательно, как это делается. Там прилетела ракета очень серьезная, не просто там какой-то минометный обстрел был. Вот, а так тебе может просто минка на голову упасть, или какой-нибудь там этот, птичка прилетит, там что-то сбросит. Ну, там разные варианты. Так что пользоваться мобилой я в бой вообще не беру. Ну, чем меньше светишься, тем лучше. Это однозначно. Вот, и мы пользуемся только, если какая-то есть хорошая часть, и с глушилками. То есть они вокруг стоят, вокруг все глушат. Только этот направленный только сигнал вылавливается, да? Да, и, соответственно, ты там разговариваешь, практически, там, грубо говоря, там через спутника. Вот, то есть все, что над тобой. Вокруг тебя там все заглушено. То есть тебя никто не может поймать. Ну, спасибо воину, низкий поклон. Так, что еще? Наших радистов во время ВОВ тоже вычисляли. Ну, примерно тем же. Ну, технологии этот развиваются, а принципы-то остаются одни и те же. Конечно. Полевой телефон используют чаще. Вот тоже так люди пишут. Ну, да. Вот. Ну, такой проводной. Ну, проводной. Его не прослушаешь все-таки. Надо к проводам цепляться. Да. Ну, так что век высоких технологий нужно возвращаться к чему-то старому, проверенному. Тут проводной хрен там вычислишь. Ну, получается, даже если, допустим, с мессенджера выходит, да, WhatsApp, там, я не знаю, что там, Telegram, это же ведь тоже, опять же, интернет, опять же, сигнал. В любом случае, получается. Да. Без разницы, что ты делаешь. Интернет, звонок, все равно. Источник сигнала можно следить по его импульсу.